заполнение швов. По истечении 24 часов после укладки плитки можно приступать к заполнению межплиточных швов затиркой. Очистите кромки швов от остатков клея, а также от других загрязнений. Для заполнения швов используйте эластичную водоотталкивающую затирку Церезит CE40 Аквастатик. Для приготовления затирки используйте ровно то количество воды, которое указано на упаковке. После первого перемешивания выдержите технологическую паузу около 5 минут для созревания смеси и перемешайте ее еще раз. Заполните швы затиркой. Как только смесь начнет схватываться, возьмите влажную, хорошо отжатую губку и круговыми движениями протрите поверхность облицовки. Протрите облицовку второй раз диагональными движениями губки, смоченной в воде. Качество для профессионалов. Актуальную информацию по продуктам и системным решениям Церезит в России вы можете найти на официальном сайте производителя – церезит.ру.